72 года назад, 28 января, в 2 километрах от села Богословка разбился советский самолет. Выполняя боевое задание на Воронежском фронте, он был подбит. Пилоты старались дотянуть до Кирсановского аэродрома. Командир, штурман и 2 воздушных стрелка погибли. Самому старшему члену экипажа было 28 лет. Память о героях войны должна жить вечно. К юбилею Великой Победы руководство Рассказовского района приняло решение отреставрировать памятник погибшим летчикам. Старший лейтенант Николай Жуков, лейтенант Николай Петров, радист Владимир Константинов и старший сержант Алексей Егорченков. Команда летчиков погибла, выполнив боевое задание. С тех пор прошло 70 лет, но боль не утихает от тех погибших. И я хотел выразить благодарность за то, что они нам дали жизнь, они нам дали свободу. Мы сейчас великая держава, это благодаря наших дедов, отцов, значит, вернувшихся с полей фронтов. Отреставрированный памятник по православным традициям был освящен, а после школьники и ветераны возложили цветы в память о погибших защитниках Отечества.